Здравствуйте, Костюшки дорогие! Рада вас видеть! Я Масленица. Знаем, знаем! А я Зима. И что теперь? Что значит Зима? А я Весна, между прочим. Подсказываем слова. Здравствуйте, гостюшки дорогие. Не смешите. Ой, сейчас еще. Громче. Громче слышно. Тогда туда, чтобы я видела вашу артикуляцию. Валь, есть предложение? Давайте. Попросить Рому напечатать большими буквами. Баннер. Правда? Зима с весной на Масленицу встречается. Еще что? Все? Я делал пинокончик. Еще что? Зиму провожаем, а весну красавицу встречаем. Еще чего? Никого мы провожать не будем. Я обиделась. А ведь правда, ребята, зима с весной на Масленицу встречается. А я тебя весна. А я тебя весна сейчас докажу. Пришли и спорите, кто холоднее, кто теплее, кто... Хватит вам тут! Какие блины? Какая весна? Зиму любите? То ли дело зимой? Зимой, то ли дело то. Дальше продолжим. А теперь они. Дальше, дальше. А, вы нет сразу, да? Конечно. Да. А ты должна их снять, что они не планируют. Все снимет потом, а, другого. Да, продолжаем. Давай. Пошла? Говори, 361. Дубль пятый. Куда пошел-то? Твою мать. Чего? Я в центре. У нее камеры не хватит, отходить поближе к нему встать. Посмотри, объектив-то какой. Встал, ну как еще рыбу забыли. Подожди, ты вот здесь стоял, ты вот здесь стоял, сказал, что ты здесь центр. Хватит спорить, вперед, по-моему. Ну ё-моё, здесь же центр, ты встал сюда и еще руки так расставил. Куда мне вставать? Не могу. В славном городе Ростове, у Ростова папа... Я смотрю, не запылился. Так. Что разок? Я смотрю, не запылился, что там, померяемся силами на то? Ну подскажите, ну ё-моё, Андрю! Я же тебе говорю, померяемся силами, ты говоришь? Я поеду. Налево поедешь, женатым быть. Налево поедешь, богатым быть. Прямо поедешь. Умным быть. Не, ребята, я туда не поеду никогда. Горы золота... Поедешь богатым быть. Прямо поедешь умным быть. Ну, я, пожалуй, направо. Там вообще у тебя было дальше, что, пожалуй, пойдем прямо. Вот, если ну, труба иди, там сейчас скажу. Да, а текст? Текста не будет, текст наложим. Илюша тоже махает руками, потому что у него текст. У них слова у обоих. Привет, родной! Я хочу иметь... Ты что молчишь, я забыла текст. И манто из горностая. Вот именно. Фух!
делаете-то? Мы стоим. Я не про вас. По-моему, все отлично, кроме последнего момента. Ну, конечно. Все. Да не орите вы, что же шумельце-то? Думаете, вам кто поможет? А зато как хорошо получилось, что прям в рифму. С планшетом. Готов? Чем он убьет? А мы еще в это время делаем. Хорош! Защитничек! На ногах не все богатырей освобождать. Вот будете ржать, так и будете стоять примотанные. Давай освобождай его. Валя, что мы делаем, как нечисть в это время? Че стоишь? Ножка играет. Мотор. Что такое масленица? Стоп, я не знаю. Подожди, сначала говорит Илья. Мне сказали вылезти и говорить. Да, угоните его, насмехайтесь над ним. Алкаш ты чили. Тихо, меч богатырский. Мужик, 23-й еще не достал. Спрячься обратно под хуй. Тихо, давай. Готовы? Да. Ой. Говори. Что одевается? Сиди! Сидеть! Ой! Стоит избушка на курьих ножках. Избушка. Повернись к лесу задом, ко мне передом. Какая избушка? Вот это! Андрей, ну хватит херню ты заниматься! Чего ты? Мне дали, вот надо читай! Переключили! Чего? Во, это хорошо. Так не сильно. А я не сильно же, вот ну я просто так говорю. Ты же богатырь, толканешь я с этого. Поехали. Илюшенька, ты готов? Валя, слетай вискарь. Я придумал. И на... Это фуршет отличается такой, водка, курица. Третий лишний. Не пробраться вам сквозь сучья, сквозь коряги и коренья, и кустов переплетения. Сейчас. Ты молодец. Валя, с тебя вискарь. Три, два, мотор. Чё ты такая смешная, чё ты там спешишь, а? Мне уйти? Ну давай, чё же я... Добрый день, хочу, Ребята, не хочу. Погнали, нет? Три, два, мотор. Как же быть? Добрый день, дальше идёт. Добрый день, теперь ты свои слова забыл. Я не забыл. А чё мне всё? Это он одну фразу, чтобы сказать, как же быть, переворачивал. Вот дебил-то, а? Я не знаю, ну как же быть? Учить надо, как же быть? Давай. Не надо мне в глаз тыкать мечом богатырским. Можно я уеду вот домой, как бы, когда вы определитесь, выучите тексты, решите все, какие сцены мы снимаем, как, и потом приеду. Я там посплю пока. Поехали. У меня еще Вархаммер второй не пройден, а вон уже третий. Скоро. Готовы? Да. Три, два, мотор. Как же быть? Я знаю! Мне Василиса с собой дала клубочек. Что я, котомку-то забыл, что ли? В общем, так найдем. И сквозь коряги, и коренья, и кусты переплетения без тебя обойдемся. Вставайте, пошли! Да. Меня видно? Видно. Готовы? Нет, поехали. Три, два, мотор. Аки, идете на параде! Отмечаем масленицу! Носок тянуть!
потом все анекдоты. Все анекдоты потом. Анекдоты, волшебные истории. Ну, помни, да, на вытянутой руке на одной, да? Куда? Погоди, погоди. Так мы за ленточки должны держать. Конечно. Мама, она сейчас сломает. Нет, нет. Ничего не сломается, подождите. Руки, ноги, главное хвост. Она стих читает. Ближе, ближе вот сюда. Мы готовы. Все, мы бежим. Голуби. Летите, голуби, летите. Мне только стихотворение, правильно? Да, сейчас, стой. Все готовы? Три, два, побежали! Пуштает снег, бегут ручьи, в окно ловею лунную. Продолжай, да? Да. Я сначала пишу. Давай, давай. Пуштает снег, бегут ручьи, в окно повеяло лышной. Засвечет скоро слони, и лес оденется листвой. Чиста небесная лазурь, теплее ярче солнце стало. Пора метели, злых и бурь опять надолго миновали. Не знаю, мы тебя ждем. Очень похоже на сектант.